Всем привет! Друзья, сегодня я приготовлю красивый, свежий и невероятно вкусный салат, который называется Марсель. Такой салат будет чудесным украшением любого праздничного стола. Напишите мне в комментариях, что вы думаете о таком салате. Обязательно ставьте лайки. Давайте начнем готовить! Для начала со свежего огурца с помощью овощечистки я срежу несколько одинаковых слайсов. Они нам понадобятся для украшения. Огурец, который остался, нарезаю на небольшие кубики. Отварное куриное филе нужно не слишком мелко нарезать. Нарезанную курицу немножко посолю, добавлю майонез и все перемешаю. Салат я буду формировать в кольце от разъемной формы. Диаметр кольца 20 сантиметров. Кольцо я обмотала пищевой пленкой и установила на блюдо, на котором я буду подавать салат. Первый слой выкладываю подготовленную курицу. На курицу выкладываю огурцы. Огурцы я посолю. Огурцы присыпаю мелко нарезанным свежим укропом и все покрываю майонезом. Следующий слой на крупной терке натираю сыр и покрываю его майонезом. Последний завершающий слой – морковка по-корейски. Салат я полностью сформировала. Аккуратно убираю кондитерское кольцо и пищевую пленку. Приступаю к украшению. Беру слайсы из огурцов, которые я оставила, и делаю не слишком длинные надрезы, не до самого конца. Беру один слайс и формирую из него вот такую вот трубочку. Я докрутила не до самого конца, еще немножко прокручу. Берем следующий слайс, выкладываю его немножко внахлёст и дальше продолжаю скручивать трубочку. Вот такой у меня получился рулетик из огурцов. Теперь расправляем края, и у нас получается красивый цветок. Полученный цветочек я выкладываю в центр на салат. Перепелиные яйца я отварила вкрутую. Каждое яйцо разрезаю на две части и выкладываю на салат.
Салат украшаю свежим укропом. Салат Марсель готов! Салатик по этому рецепту получается очень красивым, легким, свежим и очень вкусным. Такой салат будет чудесным украшением вашего праздничного стола. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления салата и вы его приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Приятного аппетита и до новых встреч!